Здравствуйте! 8 сентября 2016 года. Мы находимся с вами в поселке Супсех. А где Супсех? Супсех — это возле Анапы. А вот это Анапа. Вот это Анапа. А это Черное море Анапы. Вот. Вот такую вершину мы сегодня покорили. В день Бородинского сражения, в день Куликовской битвы. Температура воздуха 30 градусов каждый день у нас. Солнце каждый день. О, россиянка тут оказалась. Машет нам рукой, смотрите. Здесь самшитовая роща. А здесь, наверное, по всей вероятности, обсерватория астрономическая анапская. Я так думаю. Мы ходим, любуемся, дышим. Ветер небольшой.